Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис, и по традиции ответы на вопросы участников и тех людей, которые подписаны на мой канал. И сегодня поступил такой вопрос: есть ли у тебя видео по обмену с Яндекс кошелька на другие системы? Могу подсказать, как это делается, и на популярных системах могу показать, рассказать, как это делается. Смотрите, у меня здесь в шапке канала есть вот такая кнопочка. Это Best Chance, это официальный мониторинг. То есть здесь нету того, что вы можете словить в интернете. То есть есть фейковые вот это мониторинг обменников, на котором люди не часто попадаются. Здесь все проверено, здесь вот он у меня стоит, всегда он здесь в шапке моего канала. Итак, вопрос поступил: как поменять деньги с Яндекса. То есть мы выбираем Яндекс деньги и мы выбираем систему, которая нам нужна. Так как я участвую в суперкопилке, у нас получается здесь две системы. Сейчас покажу, как на одной системе и как на второй это сделать. Вот, смотрите, если пополнить баланс, мы видим Perfect Money и Nix Money. Подробно я сейчас запишу видео. Видео, возможно, будет длинное, но тем не менее. Смотрите, вы выбираете Яндекс деньги, неважно в какой валюте он у вас там находится. Здесь, например, вам нужен Perfect Money USD. Здесь из списка мониторингов, из списка обменников вы можете подобрать себе достаточно приемлемый обменник, в котором есть достаточный резерв и достаточная сумма. То есть вот первый мониторинг, он по 72 нам меняет, вроде бы удобный курс, но тем не менее, может быть, лучше поискать что-то поприличнее. Вот здесь есть обменники, которые работают от 583 рублей, от 500 рублей, от 200 рублей, от 100 рублей. Вот, если мы будем держать курс вот на эти обменники, в принципе, мы можем запросто это все сделать, все обменять. То есть вы видите, что как меняется здесь вот это весь по курсу, именно по объему в деньгах. Вот это вся ситуация наша. То есть, если вам нужно обменять маленькую сумму, то мы выбираем, например, вот такой обменник. И мы что здесь видим? Сумма у нас вот такая. Вот нам нужно, например, $5. Сумма 366 рублей 51 копейка. Сумма с комиссией 368. Достаточно прилично. Здесь мы вводим наш непосредственно адрес Яндекс кошелька. Здесь мы вводим адрес того счета кошелька Perfect Money, на который мы переводим. Здесь мы заполняем свой email, ставим две галочки и создать заявку. То есть все здесь достаточно просто, все достаточно легко. Чуть-чуть другая ситуация у нас будет с такой системой, которая называется Nix Money. Мы заходим в список. Здесь мы выбираем Яндекс.Деньги. Здесь мы ищем Nix Money. Здесь есть такой обменник. Сейчас я его найду. И также вы можете это все найти. Обменники, мы здесь вот Nix Money USD. Найти лучший курс. Мы видим, что здесь Nix Money обмен делает от сам мониторинг Nix Money делает обмен от 350 рублей, это примерно около $5. И второй обмен делают другой обменник 75-44, здесь курс идет. Ну, также от 100 рублей. То есть с Perfect Money получается более выгоднее. Но если вам нужно на Nix Money заводить, в принципе, если сумма небольшая, то можно и по 75 рублей это все сделать. Мы переходим на обменник. Здесь мы выбираем Яндекс.Деньги.
И здесь мы выбираем NixMoneyUSD. То есть в резерве у нас достаточное количество денег сейчас находится. И мы здесь пишем, получаем, например, если нам нужно 5 долларов, значит мы отдаем 375, с учетом комиссии 377, получаем 5. Здесь мы заполняем свой email, здесь мы заполняем телефон для контактов, здесь достаточно интересная система, когда вы на Яндекс номер Яндекс кошелька заполняете номер кошелька NixMoney. Это здесь все стандартно, но система, когда вы обмен делаете через Яндекс деньги, здесь нужно переводить непосредственно на номер кошелька, который будет у вас написан в инструкции. Если с Perfect Money автоматический обмен, здесь чуть-чуть система другая. Сейчас покажу, что нам покажет на следующем этапе нашей регистрации. Сейчас заполню данные и покажу. Ну, происходит это вот примерно вот так. Сверху вы заполняете свои данные, адрес электронной почты и номер телефона. Здесь вы вставляете свои номера кошельков, то есть номер Яндекс кошелька и номер кошелька NixMoney. Обязательно нажимаем на кнопку «Я принимаю», нажимаете «Продолжить». И мы здесь видим, что нам отправлен пин-код и текст картинки. Это все нужно вводить. Сейчас продолжим. С NixMoney нам приходит вот такой вот четырехзначный код. Мы можем его скопировать, мы можем его ввести вручную. Обычно я копирую 7318. Он одноразовый. Мы переходим в NixMoney и делаем вот так вот. Здесь мы делаем вот так. 11844. Нажимаем продолжить. И смотрите, порядок действия. Вот именно вот так вот нужно выполнить непосредственно, чтобы получить деньги на кошелек NixMoney. Перейдите на сайт Яндекс.Деньги, войдите в кабинет пользователя, совершите платеж на сумму 375 рублей 24 копейки. Это важно. Указанные в заявке с точностью до 1 копейки на реквизиты, указанные в блоке реквизиты для перевода. Правильно указывайте комментарий получателю, а именно вот такой вот комментарий у вас должен стоять. После оплаты кликните по кнопке «Я оплатил», чтобы мы получили уведомление и проверили поступление средств. Будьте готовы принять звонок на указанный номер телефона до момента завершения транзакции. Иногда с обменника, если обмен идет крупный, то с обменника непосредственно отзваниваются. Итак, мы переходим на Яндекс.Деньги, и что мы должны будем сделать? Мы можем нажать переводы. Переводы. Здесь мы вводим кошелек, номер телефона или почта. То есть нам нужно ввести именно все, что нам здесь указали. То есть реквизиты. Реквизиты мы можем найти вот здесь. Реквизиты для перевода. То есть мы берем реквизиты, заходим в Яндекс.Деньги, вставляем реквизиты, нажимаем далее. Здесь мы вводим сумму. Сумма у нас составляет вот такую сумму. Заходим сюда, нажимаем. Все, у нас есть карта Сбербанка, но мы переводим с Яндекс денег. Вот, если у вас на Яндексе лежат достаточно денег, то есть вы все это делаете. У нас сейчас на кошельке 281 рубль, и в принципе я не собирался пополнять свой кошелек NixMoney. Я показываю, как это просто сделать. Потом, чтобы исполнить все правильно, вы копируете вот это еще, вот это сообщение вы вставляете вот сюда. То есть, если бы у нас все было в реале,
мы бы сделали именно так. То есть на кошельке было бы достаточно денег, нам нужно было 375 рублей 24 копейки, кому перевести. Все эти данные вы находите реквизиты для перевода. Реквизиты для перевода. Потом вы нажимаете, если у вас денег достаточно на кошельке, вы нажимаете дальше. После этого вы заходите в NixMoney обменник, где у вас эта страница открыта. И после того, как вы вот здесь вот уже произвели все непосредственно те действия, которые от вас требовалось, оплатили после оплаты, после подтверждения оплаты через Яндекс кошелек, что у вас оплата прошла, только после этого вы нажимаете «Я оплатил». Тогда ваши деньги в течение 3-5, максимум 10 минут окажутся на вашем кошельке NixMoney. Я думаю, видео было полезно. Если остались вопросы, можете обращаться по контактным данным, которые есть под этим видео. Всем привет!